Венский шницель, французский рататой, грузинский хачапури. В национальной кухне каждого народа есть свои традиционные блюда. Гастрономическая программа «Поедем, поедим» рассказывает о каждом из них. Новый выпуск программы при поддержке администрации Чебоксар снимается прямо сейчас в столице Чувашии. Юлия Важенина и Александр Петров побывали на съемочной площадке. Девушки в купальниках на банане, мужчины в плавках на лыжах и даже барбекю на лапландской карусели. В солнечной Чувашии даже зимой можно переместиться в лето. Съемочная группа программы «Поедем, поедим» докажет, что даже холод пляжным развлечениям не помеха. Несмотря на то, что на улице далеко не плюсовая температура и ветер дует в полную силу, ведущий гастрономической программы Джон Уоррен смело катался на банане и скутере. Чего только не сделаешь ради любимых зрителей. Вот уже более 5 лет Джон вместе со съемочной группой путешествует по миру в поисках лучших блюд национальной кухни. Кстати, несмотря на то, что Джон англичанин, русским он владеет практически в совершенстве. Филолог по образованию. Вот. И если иностранцы смотрят, нет ни одного, который лучше меня говорит. А если ты думаешь, что ты лучше меня говорит, давай, мы встретимся, я тебе покажу как. Дело все в том, что даже русские плохо знают свою страну. Поэтому иметь возможность каждую неделю... Ну, не только Россию, но и нашу планету показать людям. Это реально какая-то хорошая социальная миссия моя. Я выполняю. Мне кажется, что сам факт, что Джон пробует там фугу или живого осьминога, или тухлую рыбу, или тухлую курицу, это и есть немножко телевидение. Вот переживания, вот люди думают: Джон, ну как ты можешь это есть? Ой, нет! В столице Чувашии у съемочной группы насыщенные планы. Посещение достопримечательностей города, музея Чапаева, музея трактора, мужского монастыря, этнокомплекса Амазонии, экологической деревни Ясна, ну и, конечно, кулинарная битва. 4 дня на все про все, и в итоге 42-минутная программа в эфире НТВ. Кстати, на лапландскую карусель наши коллеги залезли не покататься. Там они готовили речную рыбу на крутящемся барбекю. К сожалению, нашей съемочной группе удалось понаблюдать за этим лишь издалека. Организаторы решили сохранить тайны кухни до выхода программы в эфир. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика.